В преддверии осенних каникул в школах Хасавюрта проводятся классные часы на тему «Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди учащихся начальных классов» с целью воспитания культуры поведения на улице и в транспорте. Для достижения полноценного результата в среднеобразовательной школе номер 16 на протяжении нескольких лет создан отряд юных светлячков, задача которых заключается в привлечении детей и подростков к участию в пропаганде безопасности дорожного движения на дорогах и улицах города. И перед каникулом сейчас у нас начинается операция «Внимание, дети». Это для того, чтобы во время каникул как-то обезопасить детей и чтобы они были здоровыми и вернулись в школу без каких-то происшествий, не попадали в автоаварии. Поэтому, ребята, при переходе дороги очень надо быть осторожным, посмотреть, как они вам подсказали, нужно посмотреть по сторонам. Убедиться, что нет машин, и только в том случае переходить дорогу. И, конечно, многие уже в детском саду тоже знают это, на зеленый свет светофора. Если перед школой у вас рядом недалеко трасса, это очень даже большая трасса федерального значения, где многие переходят эту дорогу. Поэтому надо быть там осторожно, хоть на зеленый свет надо убедиться, что вас машина пропускает. Стоит отметить, что с 29 по 7 ноября в Хасавюрте будет проходить второй этап профилактической операции «Автобус», направленный на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения и обеспечение безопасности перевозок пассажиров автобусами, принадлежащими физическим и юридическим лицам. Мы стараемся, чтобы они сидели на своем, запрекатят, как его, ремни безопасности, чтобы одевали. Те иногда одевают, иногда приходится и самому им одевать. Но они же наши будущие, ну как мы без них, а? У каждого, например, у меня свои внуки есть вот такие. И дети были. Я сам учился в этой школе. И поэтому спокойно вот так работаем, стараемся как лучше, соблюдаем безопасность. Нам не спешат некуда. Мы заранее идем, забираем их. И домой тоже они пускай чуть-чуть опоздают, ну, безопасности надо, самые главные безопасности. Есть огнетушители, запасные входы, выходы, все для них, и всем я им показываю. В завершении всех мероприятий Абдунасыр Тавбиев обратился к родителям. Главный залог безопасности ребенка на дороге – это ваше участие и личный пример. Не стоит забывать о светоотражающих элементах. По статистике, использование фликеров снижает риск наезда на пешехода на 65-80%, отметил инспектор ГИБДД. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».